Дорогие друзья, сотрудники Соломбальской библиотеки имени Бориса Викторовича Шергина предлагают вашему вниманию презентацию о жизни и творчестве замечательного финляндского писателя, поэта и историка Сакариаса Топелиуса. Сакариус Топелиус родился 14 января 1818 года в семье врача и известного собирателя народной поэзии Топелиуса. Мальчик получил прекрасное домашнее образование и воспитание. Уже в детстве проявились его художественные способности, богатое воображение, наблюдательность, интерес к таинственному и мистическому. Мать Топелиуса, религиозная, интеллигентная женщина с твердым характером, старалась научить сына любить природу, быть справедливым, добрым и честным. От матери в детстве Топелиус слышал бесчисленное количество финских легенд и преданий. Они были его первыми колыбельными. В 11 лет мальчик уезжает из родного дома, чтобы продолжить учебу в Улеоборге, где жили его старые тетушки. Они содержали книжную лавку. Там и проводил юный Топелиус все свое свободное время. Кроме этого, мальчик очень любил мечтать в одиночестве, мог часами смотреть на заходящее солнце, на таинственный лес и мерцающие звезды. Он тонко чувствовал красоту и глубоко понимал природу. В 15 лет Сакариус поступает в Хельсинский университет. Вся его карьера затем неразрывно связана с этим храмом науки. 20 лет спустя Топелиус преподает там историю. В 51 год он профессор истории, а через 6 лет – ректор университета. Писать Топелиус начал очень рано. Сначала это были романтические стихи, а в 23 года он издал первое крупное произведение – «Рассказы фельдшера». Повествование о Финляндии и Швеции, написанное в привлекательной форме исторического романа, предназначалось как детям, так и взрослым и имело большой успех. В 1847 году увидел свет первый из 4 томов сказок и рассказов сборника обаятельных поэтических сказок, которые так полюбили дети Скандинавии, а затем и всего мира. Сказки Топелиуса полны жизни, веселья, оптимизма. В них замечательно описана сумрачная северная природа. Часто в сказках затрагиваются и религиозные темы. В деликатной и доступной форме утверждается торжество истинной веры, любви и справедливости. Зимняя сказка. Замечательный финский сказочник Сакариус Топелиус в детстве верил в то, что в природе все живет, чувствует и умеет говорить. Наверное, поэтому в его сказке сосны поют песни, а волки говорят на человечьем языке. И все же главные герои сказки – Топелиуса обыкновенные мальчик и девочка. В их жизни наступает неожиданный поворот, за которым следует совершенно невероятное приключение. Три ржаных колоса. С давних времен ночь перед Новым годом считается временем чудес, и они на самом деле сбываются, если в твоем сердце живет доброта. Эта удивительная зимняя сказка расскажет о маленьком Юхане и его сестренке Нилле, которые оказались в темном заснеженном лесу и встретили в нем волка и медведя. Но ребята совсем не испугались их, а щедро поделились с ним хлебом и молоком. И их доброта, естественно, была вознаграждена. Сампо Лопаренок. Замечательная сказка, в которой любознательный мальчуган Сампо Лопаренок, решив прокатиться на санках, оказался вдруг далеко от дома, во владениях свирепого горного короля. Олень с золотыми рогами помогает ему убежать и скрыться в доме учителя. Смелые, находчивые, Сампо и учитель сумели справиться со злыми силами. Подарок тролля.
В эту книгу вошли избранные сказки Топелиуса, тесно связанные с легендами Скандинавии, финскими и карельскими рунами. На страницах этой книги ожидают встречи с троллями, домовыми и великанами, принцами и принцессами, а также обыкновенными мальчиками и девочками, с которыми происходят настоящие чудеса и приключения. В сборник сказок «Звездоглазка» вошли сказки-притчи Топелиуса. Они необыкновенны по своей душевной чистоте, благородству и искренности. На страницах книги поднимаются важные темы. Почему добрые люди вдруг становятся злыми? Как сохранить нечаянную радость и счастье? Эта книга будет интересна как детской аудитории, так и взрослой.